Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребята, я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу прибыль своего бизнеса, который я приобрел за 600 миллионов рублей. Посмотрим, лоханулся я с покупкой или нет, нормальная финка, либо плохая. И посчитаем, сколько я заработал за 19 дней владения данным бизнесом. Также, как вы знаете, я брал деньги в долг, а именно 120 миллионов. И сейчас вы в этом ролике узнаете, сколько я накопил, отдал долг я или нет. Видео будет интересное, ставьте лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а если вы еще не играете на проекте Amazing RP, то, конечно же, не забывайте вводить по промокод. Пишите /mm, 7 пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Поэтому вводите, получайте деньги, покупайте свою первую квартиру и первую машину. Ну а я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял. Погнали! Короче, ребята, сегодня 19 день, как я владею данным бизнесом. Я сегодня посчитаю, сколько я примерно заработал, сколько мне принес данный бизнес, лучше финка или хуже, чем было раньше. То есть сравним финку как бы между тем, что было того, как я купил, и после того, как я купил. То есть посмотрим, есть ли разница, наебали меня или нет, получается. Ну, то есть будет реально интересно, пацаны. Сейчас мы это все посмотрим, рассмотрим там и так далее. Доволен я бизнесом, либо недоволен, отдал я долг, сколько я накопил там и так далее. То есть сейчас мы это все рассмотрим, посмотрим там и так далее. Давайте я вам покажу цены. То есть изначально, когда я купил бизнес, я поставил по 3000 ремкомплекты. Финка была довольно-таки хорошая. Потом я поменял цену на 3500, и финка как-то немножко просела. Я не знаю, из-за этого или нет, то есть, ну, как бы на 500 рублей дороже, мне кажется, ну, особо роли не влияет, конечно, но почему-то финочка немножко просела. То есть вот такой вот, пацаны, ассортимент, вот такие вот цены, тем более в обновлении добавят еще самокат, аккумуляторы, поэтому, возможно, финка немножко вырастет первый день обновления. В любом случае, пацаны, идет зима, а зимой, как вы знаете, будут грелки, будет, получается, печка в машинах, то есть люди почаще будут чинить целостность на этих автомобилях, и, возможно, у меня вырастет финка, потому что зимой здесь финка реально была очень классная, и это прекрасно знаю, помню и видел. Там финка была, пацаны, от 2 до 4 миллионов. Сейчас, конечно, финка здесь не такая, как зимой. Давайте выйдем на улицу, я вам сейчас все покажу, расскажу, блядь, лох я или нет там и так далее. Я думаю, всем же интересно, лоханулся я с этим бизнесом или нет. Потому что, сами понимаете, 600 миллионов, это сумма как бы не маленькая. То есть это реально много. Мне еще пришлось войти в долги, чтобы купить этот бизнес, потому что мне не хватало, понимаете? Мне реально не хватало денег. Ну что ж, давайте я вам покажу прибыль за то время, как я его держу. Сравню вообще финочку. Продукты я завожу раз там в 3-4 дня. То есть продукты жрет бизнес, ну, в день, ну, десятку продуктов съедает. Там бывает меньше, бывает больше. То есть, ну, нормально. Тем более продукты возить близко. Вот это мне прям очень нравится, то что реально проды возить очень близко. Если что, пацаны, время без 10-9 утра, финочка 129 тысяч. На самом деле это маловато, потому что обычно в такое время финка уже там 250-300 тысяч. Но сегодня вторник, будний день, поэтому в будний день финка в основном под вечер. Самое просто интересное, то что вы хотели увидеть и я вам показать. Ну да, пацаны, соглашусь, то что, ну, если смотреть по статистике, полная хуета, но учитывайте то, что я завожу продукт. Там, где финка ниже миллиона, это я завозил продукты, поэтому имейте в виду. Я вот, допустим, считал, вот я бизнес приобрел 9 числа. Вот, 9 числа я приобрел данный бизнес. И за это время я заработал плюс-минус 20 миллионов рублей. Да, пацаны, это немного, то есть это реально немного, но это я именно считал по статистике. То есть я вот так вот считал каждый день, типа, ну только минус как бы не учитывал. Вот, получается, я 9 числа купил этот бизнес, и давайте посмотрим, какая финка была до меня. В принципе, такая же самая. Но у меня максимум, что было, как бы, за это все время, это вот лям 920. Это тогда ремки стояли по 3000. То есть это была моя самая большая прибыль за день.
Я, ребятки, не знаю, как бы, нормально это или нет. Просто я надеюсь реально то, что после обновления, потом зимой, будет реально финка, дай боже. Потому что я знаю этот бизнес, я знаю, какая там финка раньше была, я вам об этом говорил. В целом, я реально бизнесом доволен. То есть, возить продукты близко, особо времени у меня он не занимает. То есть, я спокойно могу заниматься своими делами, там, снимать ролики, монтировать, гулять. То есть, у меня времени много. Чуть чашку, сука, не перевернул. Ёпанный в рот. У меня особо много времени этот бизнес не занимает, и это меня не может не радовать. То есть мне нравится то, что я не играю, а деньги мне капают, понимаете? Я все равно зарабатываю в любое время. Я именно получил то, что я хотел. Осталось самое главное, это дать долг за этот бизнес, и все. Я буду максимально просто доволен. Я буду копить деньги, покупать что хочу, влаживать бабосики в контент. У меня есть множество идей, которые связаны именно с деньгами, поэтому пока я долг не дам, я эти ролики снимать не буду. Но как только я дам долг, поднакоплю денег, вас ждут реально очень классные видосики. Ну что ж, ребятки, я думаю, вы готовы посмотреть, сколько денег я заработал за 19 дней. На самом деле, я мог бы больше заработать, просто я в последнее время не особо часто играю, частенечко там гуляю, там отдыхаю и так далее, поэтому я мог бы реально заработать намного больше, потому что за утро я на дальнобойщиках зарабатываю 3-4 миллиона. То есть я сажусь там работать там в 8-9 часов, работаю до часу дня, и за это время я могу заработать спокойно 3-4 миллиона рублей. И я как бы работал не каждый день, там может быть за все время работал неделю. Именно неделю катал рейс там и так далее. И как бы, ну, реально мог бы заработать намного больше. То есть я вообще планировал за месяц, реально, пацаны, вдумайтесь, я думал за месяц накопить 120 миллионов. То есть это с бизнеса, с дальнобойщиков и с промокода. Я напоминаю, пацаны, пишите /mem, 7-й пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите мой промокод Полканов. Тем самым и вы зарабатываете, и вы мне помогаете, то есть реально всем хорошо. Вводите его на любом серваке до 5-го уровня, получайте бабочки, покупайте себе первую машину, квартиру, развивайтесь на проекте. Ну что ж, снимаем как бы денежку, ну, немного, конечно, но все равно подстреляли. Всем огромное просто спасибо, кто вводит. Обнял всех, приподнял просто. Всем большой привет, кто вводит промокод. То есть вот это последние люди, которые вводили. Если вы еще не вводили, если вы хотите начать играть, реально, ребятки, вводите промокод. То есть как бы и вы зарабатываете, и я зарабатываю. Всем просто реально огромное спасибо, вот кто вводит. Не все, конечно, уровни качают, но много кто вводит. Реально вам большое спасибо. Ну что ж, и давайте снимем бабосики у нас бизнеса, там накопилось за 2 дня, ну сегодня третий день получается, да. Ну, за 2 дня накопилось там 2 с чем-то, то есть мы эти деньги снимаем, а остальные деньги, которые уже я заработаю, я оставлю на продукт. То есть, да, пацаны, я оставляю на продукты всегда с запасом, мне на продукты нужно там около 2 миллионов, поэтому сейчас мы снимаем вот эту всю монету, просто все бабосики, хопа, красота просто. Итого у меня на руках 25 миллионов рублей. Ты за 19 дней заработал 25 миллионов. Нет, ребятки, просто я еще купил нитро. Да, я купил нитросик, как бы, а почему бы и нет? Я думаю, оно в цене как бы вырастет. Когда выйдет обнова, как бы все захотят себе там тачки новые тюни, там майбахи, макларены, там туды-сюды. Поэтому, если что, пацаны, кому вдруг нужно будет нитро, я вам готов его продать. Я его продаю за 35 миллионов с торгом. Да, возможно, это дорого. Некоторые там пишут 20 миллионов, 25. Но, ребята, найдите за 20, за 25. Вы не найдете. То есть, если я продам нитро, там, допустим, условно, там, за 30 миллионов, 50-60 миллионов плюс-минус у меня будет. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем просто огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В этом ролике я вам показал прибыль своего бизнеса, рассказал, сколько я заработал за это время, сколько я заработал на долг. Да, ребятки, долг я еще не дал. Долг у меня составляет 120 миллионов рублей. Но потихонечку, я думаю, накоплю, как бы, еще, в принципе, время есть. Поэтому буду работать там дальнобойщиком, зарабатывая с бизнеса там и так далее. В целом, я реальным бизнесом доволен, я получил то, что хотел. Да, возможно, прибыль могла быть и больше, там 2 миллиона, 2,5. Но я думаю, все еще впереди. Впереди как бы зима, впереди обновление. Поэтому финочка, я думаю, будет в принципе нормальная. В любом случае, я, конечно, ожидал немножко большего, потому что, ну,
лям 200, лям 400, лям 500, но это реально несерьезно, то есть бизнес стоит 600 миллионов рублей. Вроде бы я и доволен, знаете, а вроде бы, блядь, как бы и хочется больше, знаете, чтобы финка была. Я вам напоминаю то, что все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну, а там я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.